обычный сосун, где я был Наруто Удзумаки. Я был в обычном месте со своими друзьями из аниме. Потом я решил признаться в чувствах Хинате, и после этого она от переизбытка чувств упала в обморок. Затем кто-то украл мою возлюбленную с помощью неизвестной техники, и мы вышли на улицу. Улица была из моего села и жизни, где я живу. Я, Сакура и сенсей Какаши. На улице было очень странно, все люди как будто зомбированы. Затем мы поднялись по дороге на небольшую гору, с которой видно почти все село, и увидели игрушечный поезд, только в размере настоящего, и прыгнул с горки на него. И увидели, в начале состава сидели третий Хокаге и старейшины. Причем они сидели неподвижно. Этот поезд, а в нем еще сидели наши друзья, двигался вокруг села. Затем мы спрыгнули с поезда в высокую траву и решили обсудить план действий. Я сказал, может, это какой-то секретный гиндзюцу? Какаши задумался. Сакура была в шоке от всего, что увидела. Продолжение следует.